США вводят новые санкции против России. На этот раз в связи с так называемым делом Скрипалей. Ограничения начнут действовать через 2 недели. Они касаются прежде всего поставок в Россию продукции двойного назначения. При этом в Госдепартаменте признают, часть мер дублируют уже принятые ранее и оговариваются. Вновь сделано исключение для проектов, связанных с полетами в космос, где Штаты зависят от России. Предусмотренный второй пакет санкций их могут ввести в ноябре. Речь уже заходит о понижении уровня дипломатических отношений, полном запрете любого экспорта, за исключением продовольствия и запрет на посадку в США самолетов авиакомпаний, которые контролируют российские власти. Правда, эти меры могут и отложить, если Москва выполнит ряд требований Вашингтона. Например, предоставит гарантии, что не будет использовать химическое оружие и допустит на свои объекты экспертов ООН. При этом сотрудников Госдепа не смущает, что ранее Россия уничтожила все запасы своего химоружия. Это подтверждено специалистами ЗХО. В нашем посольстве отметили, что санкции вводятся под надуманным предлогом, ведь никаких доказательств причастности Москвы к отравлению в Солсбери предоставлено так и не было. Наша страна продолжает настаивать на прозрачности расследования и предлагает Вашингтону обнародовать всю переписку, которая касается дела Скрипалей.